Оля пошила себе шапку. Живую, правда. Да, обезьянью. Тебе наверное холодно здесь. Новая прическа, новая шляпа. Все новое. Знаешь, хорошо, что мы сегодня не мыли голову. У нас сегодня утром воды не было в отеле. Тяжелый. Попали в совершенно другой Monkey Forest. Не убудский. Тут добрые обезьянки. Они прыгают на плечи. Они ничего не воруют и не кусаются. А у храмика сидит много маленьких обезьяночек. Спросили про смерть, куда деваются обезьяны, когда умирают. Он говорит, они прячутся в лесу, подальше. Не говорит, мы даже не можем найти. Где-то через лет 20 они умирают. Интимный процесс прерывается. Каждые полгода у нас специальная церемония для обезьян. Они приносят им всякие вкусности. Я теряюсь. Особенно когда ты особенно кричишь, Саша. Ой, ой, мама. Сейчас она ее голой сделает. Она на голове сидит. Простите, видео будет кривое. По мне тоже обезьяны ползают. Вчера только родился вот этот малыш. У мамки сиську сосет. Такая мокренькая. Да, он слабенький еще. Ну что, красавчик, кушать надо? Смотри, с машины их подкармливает. Вот не надо заходить в Monkey Forest, платить за вход. Андрюха, ты какой добрый человек, а? Олька щедрая просто вообще. Андрюш, берем домой! Класс. Жалость какая, а?